Каратисты Дагестана прошли проверку. В Махачкале накануне завершился двухдневный семинар аттестации. Проводил мероприятие президент Российского союза кёкусинкай карате Сергей Якунин. Какую оценку обладатель черного пояса дал технике наших спортсменов, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Знание техники – это основа школы боевого искусства кёкусинкай карате. Аттестация проходит каждые полгода. Экзамен позволяет определить уровень мастерства. Только в случае успеха боец получает право носить пояс следующего ранга. Результат нашей работы – это вот как с тренеров и экзамен у учеников наших. Здесь дают вот на мелкие пояса экзамены. Это знание, это школа, поэтому то, что они проходят, они сдают. И дальше вот из класса в класс, как они переходят, они вот здесь вот у нас по поясам переходят. Приезд обладателя черного пояса и самого высшего в России 9-го дана Сергея Якунина собрал около 120 человек. Проверку знаний, или, как говорят сами каратисты, Q-тест, проходят спортсмены из разных уголков Дагестана, а также из Ингушетии и Ставропольского края. Мастер Якунин приезжает в республику лишь второй раз, однако знает о наших спортсменах не понаслышке. В Дагестане всегда как бы школа, бойцовская школа, спортивная школа была на очень высоком уровне. Но и техническая школа тоже подтягивается, поэтому я думаю, что Дагестан занимает одно из лидирующих мест вообще как по развитию школы. Поэтому сегодняшнее мероприятие тому яркое подтверждение. Показав свои технические навыки и сдав общую физподготовку, старшей группе предстоят еще и бои. На получение черных поясов претендует 7 человек. Каждый из них должен пройти дополнительное испытание, провести по 10-20 поединков подряд. Экзамен, в данном случае кумите, это как раз вот, то испытание, которое позволяет человеку мобилизоваться, попытаться проявить все свои возможности, знания, и с другой стороны дать такую возможность и своему партнеру. Поэтому кумите – это прежде всего уважение, будут хорошие, жесткие бои, но при этом уважение будет на первом месте. Это испытание как бы. Здесь не будет такой вот соревновательной работы, такой вот не будет. У нас, да, проверка техники, технических данных, духа бойца и как он выдерживает несколько поединков друг за другом. Организаторы семинара уверены, что личный приезд, опыт и общение с прославленным тренером дадут общий толчок местным школам. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.